Апрельская сессия Верховного Совета выдалась насыщенной. Более 30 вопросов в повестке. Принимали законы и вносили поправки депутаты на этой неделе. Заслушали отчет о бюджете за прошлый год, который, кстати, для экономики Хакасии выдался трудным. Это недобор по налогам во втором полугодии и затраты на медицину. Она полностью перешла на региональное финансирование. Впрочем, одни из главных по-прежнему остаются коммунальные проблемы. Решать их отдадут муниципалитетам. Парламентарии Хакасии подготовили обращение в Госдуму скорректировать жилищный кодекс России. Сегодня местные власти ограничены законом, могут проверять только муниципальные дома, а это лишь 10%. Остальные 90% в полном распоряжении управляющих компаний. При том, что сроки приватизации вновь продлили, а значит скоро контролировать и вовсе станет некого. Депутаты предлагают не ограничивать надзор лишь муниципальным фондам. По результатам, будем говорить, наших поездок в город Саяногорск, в общем-то, были возбуждены уголовные дела в отношении некоторых руководителей управляющих компаний, потому что вот такие права, будем говорить, у муниципалов отсутствуют. Вот в связи с этим, будем говорить, мы сейчас наступаем с инициативой, чтобы муниципалам разрешили проводить муниципальный жилищный контроль всего жилищного фонда, находящегося на территории муниципального района. Защищать право дадут, но вот будут ли чиновники на деле заниматься коммунальными проблемами? Вопрос открытый. Депутаты предлагают наказывать рублем тех, кто уходит от своих обязанностей. А значит, муниципалы впредь разделят ответственность за ситуацию в жилищно-коммунальной сфере с управляющими компаниями. Схема простая. Жители жалуются на коммунальщиков, а реакции в течение 2 недель от местных властей нет. Чиновнику штраф от 5 до 10 тысяч. Однако, по мнению прокуратуры, принять документ Хакасия не может. Нет на то полномочий. Позиция прокуратуры строится из того, что это является полномочием Российской Федерации, и норму об ответственности должен установить российский законодатель. Впрочем, авторы закона подобный протест ожидали и готовы отстаивать интересы населения. Ведь у жителей республики появится дополнительная защита – удары по кошельку в виде штрафов заставят чиновников быть активнее. Реакция прокуратуры была абсолютно очевидна. Мы ссылаемся на статью 72 Конституции Российской Федерации, имеющую более высокую силу. Поэтому вот в этих рамках, которые нам определил сам же федеральный законодатель, мы считаем, что мы абсолютно правы и должны защищать интересы населения. Большинством голосов документ принят. С такими поправками, уверены депутаты, коммунальные скандалы удастся избежать. Еще одно обращение, но уже в правительство России подписали на сессии Верховного Совета Хакасии. Касается оно дачников, точнее государственной поддержки садоводческих, огородных и дачных обществ. Парламентарии просят помощи из центра. 3 года в республике действует программа «Дачи Хакасии». Все это время помощь оказывалась финансовая. Ежегодно не менее 25 миллионов рублей. Поддержка будет и в этом году, но на дачных массивах остается еще много проблем. В первую очередь это плохая инфраструктура, дороги, электро- и водоснабжение. Между тем, около 80% овощей и картофеля Хакасии выращивают на дачах и более 90% плодово-ягодной продукции. А многие жители республики и вовсе обеспечивают продуктами свои семьи только за счет урожая загородных участков. Это проблема не только нашего региона. Дачные объединения самостоятельно с ней не справятся. А с бюджетом республики решать ее придется многие годы. Для того, чтобы принципиально изменить ситуацию, нужно, наверное, значительно больше ресурсов финансовых. И мы считаем, что без поддержки с уровня федерации крайне сложно решить все проблемы, которые сегодня есть у дачников. Они копились эти проблемы годами, десятилетиями. И за три года практически невозможно решить силами бюджета республики. Поэтому мы обращаемся в адрес Российской Федерации, в адрес правительства Российской Федерации с тем, чтобы действительно приняли такую программу, запустили ее и поддержали. По мнению депутатов, необходимо принять федеральную программу на условиях софинансирования с регионом. Парламентарии просят, чтобы федеральную помощь дачники Хакасии стали получать уже с 2014 года. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Выпуски программы «Парламентский дневник» также можете посмотреть на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в республике. Всего доброго!